И всем привет, ребят, с мистером Майком, сегодня записываю новый ролик, сегодня ролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами находимся на нашем основном канале. Вчера я выбил новое замечательное устройство в рамках своего основного аккаунта. Сегодня уже готов его вместе с вами протестировать, посмотреть, как оно себя проявит на моем основном аке. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы будем играть на Магнуме с поджогом. Это то самое устройство, которое в моем понимании как устройство Магнума является, ну, наверное, самым сильным и интересным. И я надеюсь на то, что нам удастся его очень хорошо реализовать. Играть я буду сегодня на корпусе Crusader с драйвером, ну и, понятное дело, что с кризисом. Попробуем реализовать на максимум вот эту вот торпеду. Ну а если вам интересны вообще видосы игрового плана и вы хотите их видеть намного больше, как это было раньше на нашем основном канале, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте наберем 150-очку контентовую. Ну а я, в свою очередь, постараюсь уже завтра записать еще какой-нибудь интересный видос с каким-нибудь необычным вооружением, либо устройством, и протестировать и реализовать его в рамках нашего основного аккаунтика. Нас запикивает на пармочку в режиме регби. Шикарнейшая карта для реализации этого магнума. Ну и будем пробовать давать контент. Поджог у этого магнума очень-очень хороший. Поэтому наша задача лишь только контролировать оппонента. Ну и стараться приносить как можно больше полезных действий для нашей команды. Овердрайв у меня на этом Крусейдере тоже будет копиться крайне-крайне быстро. Поэтому все, что мне нужно, это еще пристреляться на большую дистанцию, чтобы у меня четкие выстрелы на дистанцию залетали. Но дальше мы сейчас будем играть под мяч и под доставки, поэтому я уже начну двигаться по карте, а не буду стоять пассивно на одной позиции. И там уже, если что, можно будет уже такие углы прям хорошие не искать, потому что мы уже будем играть вблизи с оппонентом. Хотя можно было бы, наверное, реализовать этот магнум и как ТДМ-очку, да, и вообще не двигаться по карте, а дальше стоять на протяжении всего боя, например, в таких вот позициях и просто накидывать дэмэдж. Но я все-таки считаю, что лучше будет, если мы сейчас подвигаемся, постараемся поиграть активнее под доставки. Это будет куда интересней для просмотра вам. Ну и в плане уничтожения оппонентов, наверное, будет тоже побольше контактика. Так, ну и, конечно же, будем стараться реализовывать наши замечательные сосули. Шикарнейшую первую сосулечку я уже даю. Интересно, конечно, как будет комбинировать мои сосули с заморозкой по оппоненту, с вулканом, с магнумом, который дает поджог. Но пока вроде как неплохо, да. Наносим неплохие уже тычки по оппонентам. Тесла здесь пытается как-то разогреть всю эту обстановочку и что-то сделать, но, в принципе, ничего хорошего у него здесь не получается. Шикарные пока что магнумы залетают у нас по оппонентам. Шикарно просто открываются ребятки. 10 киллов у нас уже есть на этом замечательном магнуме. Ну и это далеко не предел. Можно здесь попробовать выбить и намного больше киллов. Можно даже постараться, может, какую-нибудь 50-ку выбить, и это будет очень и очень хороший результат. Не зря я сказал на видосе с открытием контейнеров, что этот магнум — это то устройство, которое является реально очень и очень неплохим, и тем устройством, которое мне лично очень-очень нравится. Вот я, когда впервые на нем играл, получил, ну, нереальнейшее удовольствие, да, и, в принципе, все те разы, когда я продолжал его тестировать, все мысли, связанные с этим устройством, у меня, по сути-то, и не менялись. Да, мне все так же было максимально комфортно и приятно играть на этом устройстве. Только вот пока что доставочку никак мы сделать не можем. Сейчас бы еще бы и доставочку, ой, какую-то замутить. Так, есть у меня сосулендра, которую можно попробовать сейчас где-то здесь вкинуть. Только не... Боже ты мой. Ой... Только хотел сказать, только не помешал бы меня никто.
И тут же я в тиммейтов своего даю эту сосулю вкусную. Ну и такое бывает, поэтому, в принципе, особо сильно расстраиваться не стоит. При том, что у меня здесь сосули должны копиться очень быстро. Падает еще и дроповая сосуленрочка. Не успел я, правда, нанести хороший дэмэдж по оппоненту. И, соответственно, не получилось на максимум реализовать всю эту ситуацию. Но при движении, кстати, что-то с этим магнумом, очки уже так быстро и хорошо не набираются, да? То есть, как только у меня появляются смерти, уже такого жесткого контактика этот магнум перестает выдавать. Поэтому, может быть, стоит чуть больше кемпить и стараться удерживать именно позицию. Потому что, как я вижу, мои движения по карте уже не окупаются, да, то есть как только я начинаю двигаться, ничего хорошего в этом не получается, поэтому может быть даже мы сейчас и немножко пассивнее поиграем, хотя хотелось бы доставочку хотя бы одну оформить, что все-таки мы играем и на победу, а у нас регби, если мы сейчас эту каточку не выиграем, то будет немножко грустно, наверное, даже не надо было пережиматься на другой припас, я бы на нитре, скорее всего, бы доставил. Но испугался, что меня сольют, решил пережать, и Изида как раз-таки меня догнала. Так, играет противник здесь под подбор мяча. Шикарную сосулю выдаем по трем оппонентам. Ну и теперь можно уже пробовать что-то разваливать. Поднимаемся через верхулю. Отличный OD от тиммейта. Ну и здесь прожималово от оппонента. И я благополучно улетаю на респ. 24 на 1 идет у нас, кстати, человек на громе с дальностью. Неплохо реализует грома на дальность. Но нам было бы очень неплохо, если бы мы бы выигрывали бы эту катку. Потому что пока что мы ее проигрываем. Ну, как проигрываем, ничья. Но для меня ничья — это, считайте, как поражение. Поэтому нам нужно стараться как раз-таки эту катку начать выигрывать, тогда я уже смогу со спокойной душой стоять кемпить на своей базе, например, и ни в чем себе не отказывать. Шикарнейший урон в 4000 залетает по оппоненту, диктатор накидывает мяч вперед, шикарнейшая еще тычка на 3700 залетает по двоим, пытается здесь магнум уже как-то раскатить эту ситуацию и пытается проехать дальше. Появляется у меня еще и овердрайв, но противник просто выкидывает мяч в киллзону. Тем самым вставляет свою команду в игре и не хочет отдавать нам ни в коем случае победку. Боже ты мой, ну что ж такое-то? Почему я, когда хочу дать какую-то интересную сосулю, при том, что здесь я противника читал, ну, хотя он даже, кстати, дал быстрее эту сосулю, соответственно, я бы все равно ничего не дал бы, мне приходят какие-то преграды. Так, викинг раздается. Шикарно, пробуем сразу реализовать. Еще один викинг раздается. Два викинга подряд раздают овердрайвы. Двоих мы благополучно отправляем на рез. 22 килла у нас уже в рамках этого боя. Шикарнейшие магнумы через всю карту залетают. Просто шикарнейшие. Еще и нам повезло здесь. От магнума особо резистов у противника нету. Соответственно, здесь у нас происходит очень неплохая реализация нашей комбины. Магнум вражески прожимается. Но он на викинге, соответственно, у него угол определенный. Хотя он все равно попадает. Чуть-чуть как-то при повороте сумел попасть своим магнумом. 95% овердрайва у меня уже есть. Овердрайв, благо, копится очень быстро сейчас на крусейдере с драйвером. Но мы до сих пор ни одной доставочки здесь не оформили. Поэтому тоже есть свои определенные минусы. Викинг пытается раздаваться под овердрайв. Так, мы мяч не подбираем. Попробуем дать тыку такую с разворота. Ну и где тот самый боец? Ага, вот вижу бойца. Будет ли он накидывать мяч? А, нифига себе, он гениально. Гениально играет этот молодой человек. Он понимает, что нужно было делать. Нифига себе. Бэн, так оказывается, есть тиммейты все-таки еще, которые понимают, как нужно играть в эту игру. И как нужно доставлять мячи. Только я недооценил его возможности немножко. Немножко недооценил. Думал, что не сыграет так грамотно данный молодой человек. А он целиком и полностью читал эту ситуацию. И знал, что здесь можно вот так вот интересно сыграть под доставочку. Так, пробуем разыграть через лево. 5 минут до конца боя у нас остается. Ай, не успел подняться и дать тыку прям грамотную. Ну и здесь противник опять играет на подборе. 26 киллов у нас с движением по карте. Я думаю, что если бы я не двигался, каких 40 киллов бы здесь я бы точно мог бы иметь бы уже бы на этом вооружении. Ну, у нас
тиммейта 36. 36 на викинге. Громе с дальностью стоит. Молодой человек кемпит. Дает пространство 100%. Да, то есть я не скажу, что это бесполезно, то, что он играет на таком вооружении. В этом польза 100% есть. Может быть, конечно, не супер много, но польза точно есть. А вот сейчас, если противник доставит... Ой-ой-ой, сейчас бы доставили, было бы очень плохо, если честно. Благо здесь ребята доработали. Так, тычку хорошую даем с поджожечком. Этот магнум очень хорошо себя показывал в рамках ДМки. Да, то есть все последние ДМочки, которые были. Те ребята, которые имели это устройство и играли на нем. Ну, как правило, вообще от магнума резисты в ДМках никто не берет. Блин, сейчас могут нам доставить. Очень плохо, если доставят. Офигеть, нам доставляют. Нам просто доставляют, пока я рассказывал историю, чуть отвлекся. И магнум в этих ДМках со своим поджогом, за счет этого как раз таки поджога, приносил максимальную пользу, да, поэтому если у вас этот магнум есть, то вы можете себе взять на заметку, что его можно очень эффективно и жестко реализовать как раз таки именно в ДМ режиме. Именно в ДМ режиме его реализация может быть очень и очень хорошей. Так, ну что, нам надо теперь камбэкать как-то. Ну ладно, отдаю сосулю. Отдаю сосулю я у оппонента, потому что не знаю, что бы там произошло. На страховочку мы выдадим сосулендру. Так, ну и пробуем лететь. Здесь шафт, здесь викинг, здесь мамонт. Здесь просто все противники, и я под влетик улетаю на респаун. 3 минуты до конца. Каким-то образом магическим нужно попытаться камбэкнуть эту катку. Пока что я, честно говоря, особо сильно не понимаю, как это можно здесь сделать. Потому что пока у нас не все так шикарно. Но за счет своего движения, конечно, я теряю очень большое количество очков. Вот если бы я, как я уже сказал, стоял бы на одном месте, то с точки зрения своей ТДМки, ну и благо, наверное, надо было вообще, в принципе, в ТДМку, наверное, идти, можно было бы иметь... очков плюс-минус, я думаю, так же, как и у нашего грома с дальностью, да, то есть за счет кемперства этот магнум все-таки может вытягивать намного большее количество киллов, но, в принципе, даже с такой игрой, то, что мы делаем, это уже очень и очень неплохой результат. Магнум вражеский прожимается, отправляет меня на респаун, 95% овердрайва у меня есть, ну и нам бы... было бы очень неплохо, если бы мы бы сейчас как-нибудь под контактик сыграли. Пробовали что-то здесь реализовать. Под доставкинца. Здесь уже тиммейты играют. Уже шафты играют. Здесь накидочка по противнику у нас. Тоже залетает очень неплохая, но... этого все равно мало. Этого все равно мало. 1,5 минуты остается до конца. 0-1 по счету. Ну и плоховато, плоховато. Пробуем заблокшотить. Попробуем сейчас на врывалову сыграть. 1700 еще надо Бабкинса. Так, викингов рис приезжает у меня. По диктатору раздаем тычку. В упоре меня свадейла залетает. Ну как свадейла? Залетает сосулендрочка. Так, и пробуем накидать еще что-то. Саппорт бы от тиммейтов каких-нибудь. Залетел бы у нас вкусный. Кстати, я не вижу того бойца, который был у нас на диктаторе. Так, пробуем, 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 пробуем. Есть тайминг. Нет, нет тайминга. Бомба еще залетает и меня уничтожает. Харька нету того, который летал под доставки. Наверное, он расстроился, что я не сыграл в том моменте грамотно. Не поверил в него. И уже не хочет после такого играть и сразу... решил, что он лучше выйдет с карты. Так, опера, Крусейдера, вернее, сливаем. Я тоже перебираю все фразы, которые есть. Стараюсь выдать максимум, но ничего у нас здесь не получается. 37 киллов у меня. 15 секунд до конца. Катка проиграна, к сожалению, глубочайшему. Но магнум по своему потенциалу и своим возможностям, конечно, может давать очень, очень хороший результаты. И даже в таком бою мы делаем 40-очку практически киллов. Гром на дальность дал 48. При том, что он стоял на одном месте, а я пытался двигаться по карте и пытался сделать доставочку. Вот такое вот интересное устройство мне выпало.
Если у вас оно есть, то в моем понимании, наверное, на сегодняшний день это лучшее устройство на Magnum, которое есть за счет своего поджога. Если у противника нет иммунитета и нет защиты от поджога, то можно постоянно добивать оппонента. И даже если вы кидаете с плышом урон, при поджоге противник может просто погибать, и вы будете приносить максимальную пользу и для себя, ну и, конечно же, для своей команды. Пишите, что вы думаете по поводу этого Магнума. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не сказать новые видеоролики. Ну и также, конечно, не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Весь лайв-контент и вся информация по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.